На трассе «Казачий дозор» в деревне Горки прошли соревнования по мотокроссу. Они стали последними в этом календарном году и были приурочены к закрытию спортивного сезона. Перед стартом заездов главный судья Дмитрий Козлов напомнил участникам основные правила. Старт проходит у нас табличка 15-5 и отмашка флагом. Большая просьба, друзья мои, фальшстарт. Буду смотреть внимательно. За фальшстарт, в лучшем случае перезаезд, либо, если там 1, 2, 3 человека, буду останавливать на любом из кругов на 10 штрафных секунд. Несмотря на морозную погоду, соревнования собрали около 70 спортсменов, в том числе из Санкт-Петербурга и Ярославля. В гонках участвовали как дети, так и взрослые, каждый в своем классе. У нас и детские АТВ, там 4 класса, и также мини-мотокросс у нас 4 класса, и большой мотокросс 11 классов, из которых там также детские классы есть. В общем, у нас 3 дисциплины сегодня проводятся. Наш округ, кроме опытных гонщиков, представляла юная воспитанница команды «Питбайк России Горки Юность» Валерия Романенко. Занимается мотокроссом она уже 2 года. Я не особо много тренируюсь. Вот перед этими соревнованиями тренировалась только 3 раза. Отрабатывали повороты, скорость, торможение. Один из наставников девушки – главный болельщик, ее папа Виктор Романенко. В прошлом он тоже занимался этим видом спорта и теперь передает свои знания и опыт. Рассказываю, как повороты проходить, как какие-то элементы проходить, как прыгать, как выезжать. Настраиваю ее на спорт, чтобы настроение у нее было лидерское. Постоянный участник состязаний – местный гонщик Роман Шилов. В этот раз он участвовал в самом конкурентном заезде. Сегодня собрались довольно-таки сильные спортсмены. Вот. В нашем классе их очень много. Вот. А сезон 18 гонок, плюс мы любительский кубок Москвы и Московской области отгоняли. Вот. И результаты у меня по результатам из 48 участников 7-е место было. После окончания соревнований у спортсменов начинается межсезонье, во время которого можно залечить травмы, подтянуть физическую форму и подойти уже к новому сезону в полной боевой готовности. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.